А сейчас о спорте. В Белгород-арене открыли новый зал бокса памяти героя России Антона Копейкина, бойца спецназа, погибшего в прошлом году в борьбе с международным терроризмом. В открытии новой тренировочной базы участвовали бойцы, тренеры и родственники героя. Как оснащен новый зал, расскажет мой коллега Илья Лядвин-Каун. Что, ребят, с Богом! Первый гонг в зале бокса памяти героя России Антона Копейкина символично дает его отец. Общая площадь тренировочного пространства и раздевалок более 500 квадратных метров. Вы видите зону функционального тренинга для общей физической подготовки, снаряды для снарядной работы, новый современный ринг и современные боксерские тренажеры. В местах активных тренировок амортизирующее покрытие, чтобы снизить нагрузку на суставы молодых бойцов. Хорошую оснащенность зала отметил и Геннадий Копейкин, отец героя России. По высшему классу просто. Никак не могут не родиться чемпионы и призеры различных соревнований. Одновременно здесь смогут заниматься 50 боксеров. С ними будут работать два тренера. Очень большая честь и гордость стоит на плечах, но из-за этого тебя только это мотивирует и толкает к новым успехам и открытиям. Новый зал бокса открыт при поддержке Фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». При участии организации с 2019 года в регионе появилось 4 новых зала, 6 капитально отремонтировано. Илья Лядвин, Каун, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.